Добрый день. В продолжение нашего видео по заполнению сайта Virtual Blinds for You я хотел бы еще раз показать, как заполнить, как добавить на сайт товар. То есть в нашей галерее добавить категорию товар. Для этого заходим в административный раздел. И начинаем с закладки «Пост», то есть добавляем пост. Мы смотрим, у нас открыто все посты. Добавляем новый пост. В постах у нас будут храниться только слайд-шоу нашего товара. Либо просмотрщик наших картинок. Вот эта часть будет храниться. Даем название. Спускаемся до нашего слайд-шоу портфолио. Выбираем кнопку Unload. Выбираем картинки. Например, 3 картинки. Загружаются у нас на сайт картинки и сохраняем. Еще раз сохраняем и вставляем в галерею. Мы видим, у нас ничего не появилось, но при обновлении страницы у нас появились вот эти слайд-шоу. Естественно, мы запоминаем ID-код нашего слайд-шоу. Естественно, вот эту галерею мы можем убрать. Она уже нам ни к чему. И спускаемся в наш проект. В нашем проекте мы уже видим, что есть несколько товаров. Не несколько, а довольно много. Ну и добавляем еще один. Для того, чтобы добавить, нажимаем кнопку Add New. Пишем название нашего товара. Вставляем текст. Описание товара. И после нашего описания мы спускаемся ниже, выбираем нашу категорию, к которой относится наш продукт. В инфо вставляем наш код ID нашего слайд-шоу картинок и выбираем нашу превьюшку, то есть картинка, которая будет лицевая, которая будет отображаться у нас на лицевой стороне. И вставляем. И все, у нас товар добавлен. Мы обновляем страницу. И если мы обновим страницу нашего сайта, то мы увидим новый товар. Вот тест, который мы добавили. При нажатии на который у нас открывается слайд-шоу, наше описание и товар.